мне еще два важных правила, которые я стараюсь соблюдать. И о них будут следующие два стихотворения. Первое – не судить других людей, не вторгаться и не пытаться понять, что происходит в их частной личной жизни. Второе правило – сохранять чужие секреты. В чужие окна не смотри, ты видишь только часть того, что у людей внутри, что можно показать. Чужая жизнь всегда предлог, свою не замечать, тебя не пустят на порог. Не нужно и стоять, не осуждай, да, не суди, злорадствовать не смей. У всех людей свои пути, свой одолеть сумей. Не лезь к другим, когда беда и в счастье. Не мешай, ты не узнаешь никогда, какая там душа. Какой в шкафу зарыт скелет, уютно ли постели, греет ли в квартире свет, когда везде метель. Запомни истину, любя, я говорю, поверь. Иди туда, где от тебя не закрывают.